Девушка с маленькой грудью на приеме пластического хирурга не может определиться с размером груди. Весь измученный доктор сидит уже никакущий. Она снова продолжает: «Доктор, ну я не знаю, а вдруг вот, ну будет большая грудь? А вдруг она, ну не понравится мужчинам на пляже?» «Доктор, ну тогда не будем делать». Она снова продолжает: «Доктор, а вдруг маленькая грудь тоже не понравится мужчинам на пляже?» «Доктор, ох, я смотрю, вы ради мужчин готова на такие жертвы?» «Да, доктор, да, я на все готова». Доктор говорит: «Ну, тогда мы вам сделаем одну грудь побольше, а другую поменьше. И пусть мужчины на пляже сами выбирают, какая им грудь больше нравится». Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорей.